Вот и подошла к концу масленичная неделя. Ее финалом стало шумное и веселое празднование в последний день проводов масленицы в ТРЦ Гиперсити. Здесь сразу на двух площадках людей зазывали скоморохи, чтобы те присоединились к самому главному празднику весны. Я хочу поздравить весь город, всех наших жителей с праздником Масленицы. Я приглашаю вас всех в ТРЦ Гиперсити, где проходило это мероприятие. Я приглашаю это на каждый год, потому что я думаю, что этот праздник будет праздноваться всегда, каждый год. Это любимый праздник наш. Ну и радуйтесь. Здесь такой концерт замечательный был детский. Поздравление просто великолепное. Впечатления очень хорошие, очень красивые, яркие мероприятия сегодня в Гиперсити проходят. Две площадки, здесь ребятишки были, там постарше. Очень хорошо, весело, здорово. И в целом магазин после второго своего открытия очень здорово в этом преуспевает, много праздников. Картину положительных впечатлений от шоу-программы, конкурсов и общего веселья дополняли главные герои масленичной недели. Вкусные и свежие блины, которые можно было попробовать на фудкорте в Теремке, а также на площадке возле ленты. В ТРЦ Гиперсити по-настоящему царила атмосфера весны и праздника. Масленичные гуляния проводятся весело, что и происходило у нас в нашей площадке. Было очень много народу, все с удовольствием участвовали, получали призы, подарки сладкие, все достались довольны. Гиперсити и дальше будет радовать курганцев и гостей города большими праздниками. Впереди еще масса впечатлений, хорошего настроения и, конечно же, приятных покупок. Анна Карпушина, Павел Баев, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».